Ярославские автоинспекторы готовятся бить нарушителей рублем, причем куда сильнее, чем раньше. С Нового года штрафы за многие нарушения правил вырастут в разы. Вступает в силу новая редакция административного кодекса. Повышенные финансовые санкции грозят не только тем, кто забывает смотреть на светофор, но и создателям пробок на дорогах. О размерах ударных штрафов Зоя Рыжкова. Под колесами этого автомобиля зебра, а по правилам дорожного движения он должен был остановиться перед стоп-линией. С 1 января нового года вступят в силу поправки в административный кодекс, и штраф за такое нарушение составит уже 800 рублей. 1000 рублей будет стоить проезд на красный сигнал светофора. Каждый месяц в Ярославле сотрудники ГИБДД фиксируют более полусотни таких нарушений, но стоят они далеко не у каждого светофора. Нарушителей гораздо больше. Постоянно происходит дорожное на улице Свободы, на перекрестке с проспектом Толбухина и улицей Володарского. Постоянно, каждый день практически дорожный. Здесь перекресток регулируется светофором, и каждый водитель пытается проскочить последний момент. В результате чего одни начинают движение чуть раньше, на желтом мигающие, другие пытаются завершить маневр проезда перекрестка. Кстати, происходит ДТП. Точно так же, как и водителей, проезжающих на красный свет, в следующем году будут наказывать и тех, кто способствует созданию пробок. Штраф для автомобилистов, выехавших на перекресток с затором, тоже составит 1000 рублей. Сегодня он равен всего 100 рублям. Вот, к примеру, перекресток Большой Октябрьской и Собинова. Обе улицы узкие из-за припаркованных машин. Допустим, что одна полоса на Большой Октябрьской стоит, а водитель Собинова выехал на перекресток. Он перекрыл движение и второй полосе. Повернуть налево он не может, и в результате стоит вся Большая Октябрьская. Штрафы в следующем году увеличатся, и сотрудники ГИБДД надеются, что водители будут внимательнее относиться к правилам. Контролировать каждый шаг каждого автолюбителя невозможно, а их число, в отличие от количества полицейских, все время растет. Зоя Рыжкова, Владимир Чернов, городской телеканал.